Двухлетней Вике Кравцовой из Добруша нужна наша помощь. У девочки в 1 год и 4 месяца диагностировали редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию 2-го типа. Родители Вики обращаются ко всем неравнодушным людям за помощью и просят поучаствовать в сборе денежных средств на приобретение жизненно необходимой для дочери инъекции «Золгенсма». Этот препарат принимается всего лишь 1 раз и дает шанс на полное выздоровление, однако стоит неимоверно дорого. Помочь девочке можно посильным пожертвованием на реквизиты, указанные на экране.